Сегодня меняем переднюю стойку на Deo Matiz. Для начала откручиваем колесо. Теперь снимаем бачок гидроусилителя. Он сидит просто на кронштейне. Поднимаем его вверх. Вот такой у него паз. И отводим немножко вверх на шланг. Не отсекая шланг. Теперь откручиваем три гаечки на 12. Вот я сорвал три гаечки на 12, откручиваем их полностью и снимаем стоечку. Вот гаечки я открутил, сверху свободно. Теперь снимаем снизу, вытаскиваем вот эти два болта, которые ослабили. Отодвигаем стойку от ступицы, от ставки, и все, она у нас свободна. Вот мы вытащили стойку. Вот она стойка. Теперь откручиваем, ослабляем вот этот узел. Здесь тоже головка на 17. Стягиваем пружинку съемниками и разбираем. Выглядит все это следующим образом. Вот я стянул пружинку, ослабил гайку. Пружина свободна. Откручиваем до конца гайку. Я для простоты работы использую пистолет. Вот гаечка. Снимаем колпак, чашка, отбойное кольцо, шайба. Это подшипник. Чашка пружины, противошумное кольцо резиновое, пружина, пыльник с отбойником, самостойка. И провал есть в этом месте, она выскакивает вот легко. Сейчас покажу. Вот идет туго, а потом выскакивает легко. Вот раз, вот в этом промежутке она выскакивает легко. Из-за этого стойка нормально не отрабатывает, машина болтается. Стоечка у нас есть новая. Сейчас покажу, какой номер ее не оригинальный. Вот она, новая стоечка. Фирма корейская тоже, PartSmile. Ее, это правая сторона. Ее номер PJC009. Новая стойка. Также она
коробки. Это идет. Прокачиваем ее раза 4 туда-обратно, чтобы воздух вышел из масла, чтобы качество работы стойки было сразу хорошим. Все, достаточно. Меняем вот эту опору. Живая, менять мы ее не будем. Кольцо это тоже живое, менять не будем. Подшипник работает нормально, мягко. Да, все остальные запчасти остаются родные. Тогда собираем стойку в обратном порядке. Ставим ее сразу в пружину вместе с отбойником и с пыльником. Шток вытягиваем вверх. Снизу пружина должна попасть в паз. Вот он. Вот такой вот. Теперь сверху ставим противошумное кольцо на пружину. Ставим чашку пружины. Поджимаем ее к обрезу пружинки. Теперь ставим подшипник. Ставим шайбу. Ставим вот эту копату. Теперь ставим опору. Ставим верхнюю чашку, гроверное кольцо, наживляем гайку. Теперь отпускаем пружину. Ну все, пружину я ослабил, гайку я затянул, чашку выставил так, как она должна стоять. Теперь ставим обратно на автомобиль в той же последовательности, как и разбирали. Вставив в гнездо чашку стойки вверху, наживляете сверху гаечки. Я их наживил. Кстати, там крепится не три гаечки, а две параллельно напротив друг друга. Вот эту гаечку ее можно было не откручивать, она просто держит распорку.
Все, затягиваем. Вставляем нижние болты. Один. Второй. Ставим гравера. И наживляем гайки. Ставим на место тормозной шланг. И затягиваем. Также затягиваем. Головочка на 17. Все. Стойка заменена. Ну вот гаечки затянули, стоечку установили, сверху гаечки затянули и ставим бачок гидроусилителя на место. Он встает прорезями на кронштейн и опускается вниз. Все. Он установлен. Видно плохо. О, все. С другой стороны находится блок предохранителей. Он прикручен двумя болтиками на 6. Откручиваем его и отодвигаем в сторону. И также откручиваем две гаечки на 12 опору стойки. Вот здесь колесо еще не снято. Снимем колесо и также меняем вторую сторону. Самостоятельно, быстро, нетрудно. Всего доброго. Вот я открутил, отодвинул блок предохранителя, реле. И внутри открутил две гаечки. Также здесь открутил, снял два болта. И все, стоечку можно вытаскивать.